хотел бы вот этот сертификат вручить вам. Поздравляю, спасибо за работу. До конца года будет установлена система видеонаблюдения. Двор дома номер 124 по Нововокзальной стал одним из лучших в Самаре. За совместную работу над поддержанием порядка жители получают подарок – систему видеонаблюдения. Сертификат вручил лично глава города Олег Фурсов, который отметил, что таких дворов, где люди с любовью относятся к своим домам, все больше. Ведь поддержка горожан, по словам мэра, очень важна для реализации любых проектов. Очень хорошо, что вы видите эти изменения, вы их поддерживаете. Потому что власть, да, вот сколько бы она ни говорила, сколько бы она там денег не выделяла, если нет поддержки от людей, это все будет просто рассыпаться в прах. И я говорю, ваш двор, он просто удивительно красив, хорош и приятно спасибо. Здесь у вас находиться. Спасибо, и люди очень спасибо. Здесь у вас открыты. А камерам будет за чем следить. Жители вместе создали уютный и приятный двор. Клумбы перед домом всегда засажены цветами, удобная детская площадка с футбольным полем. Все чисто, свежо и покрашено. А ведь этого могло и не быть. Больше 10 лет назад на месте площадки хотели построить еще один дом. Но жители отстояли место прогулок для своих детей и внуков. Все воевали, конечно. Тут уже котлован был вырыт. Всю общественность города привлекали к этому. Ну, отстояли. И теперь у нас вот такая площадка. Мы гордимся этой площадкой. Вот посмотрите, какая у нас площадка. Двор на Нововокзальной стал третьим, чьи жители получили сертификат. Всего видеокамеры появятся в 27 дворах Самары, по 3 в каждом из 9 районов города. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.